Добрый день, с вами выпуск «Рецепты от шефа», и сегодня с вами я, шеф-повар двух мясорубок Дмитрий Старов. Сегодня я расскажу вам, как приготовить бургер дижонский, и поможет нам в этом техника от Axion. Для приготовления бургера нам потребуется пшеничная булочка, бекон, соленые огурцы, маринованный лук в свекольном соке со специями, зелень, томаты и мясо говядины. Котлету для бургера мы готовим из мраморной говядины и для этого используем мясорубку М61 с решеткой и крупными отверстиями. Так как мы специализируемся на бургерах и готовим бургеры не только из говядины, но и из плотного мяса, например, из дичи, поэтому нам очень важно, чтобы техника была быстрая, мощная. Для этого нам поможет мясорубка М61, которая справляется с этой работой, прокручивает до 4 килограммов мяса в минуту и может работать бесперерывно в течение 30 минут. Ну что, мы начинаем готовить. Все продукты мы будем взвешивать на весах Axion, жидкокристаллическим дисплеем, которые взвешивают в точности до 5 грамм, чтобы не выбиваться от рецепта. Режем мясо. Нарежем его не крупными кусками, чтобы удобно было загружать в мясорубку. Нарезаем томаты. Режем соленый огурец. Взвешиваем свиной бекон и теперь разрезаем булочку пополам. Булочку мы обжарим на гриле с маслом, специями и паприкой. Сейчас сделаем котлету и пойдем ее жарить. Тщательно перемешиваем. И отбиваем котлету, чтобы уплотнилось мясо, вышел весь лишний воздух, и котлета не разваливалась. После этого формуем котлету. Thank you.
и жарим ее на мангале. Ну что, котлету, булку и бекон мы пожарили. Начинаем собирать бургер. На нижнюю часть булки мы наливаем соус дижонский на основе горчицы и меда. Далее у нас идет лист салата. На лист салата выкладываем наши томаты. Затем котлета той прожарки, которую вы выбрали и пожарили для себя. Бекон. Соленый огурец. Красный лук. Затем на крышку нашего бургера мы также наливаем соус, закрываем и натыкаем на нож. Наш бургер готов. Приятного аппетита! Не забывайте, что технику вы можете приобрести на официальном сайте. Ссылка внизу.